Просыпаемся, просыпаемся. Распаковка чек. Видно меня, видно. Я еще кофе не пила. Сейчас. Так. Булочки взяла у Клопчаги магазин. Это не реклама. Булочки 3 с изюмом. Девки, жилетовские дети, Леха привез. Во! Мандарины по 215. Виноград 200 с чем-то. Окорок взяла с этим щами поесть. Ну, на булку мазать, сыр плавленый, масло, молоко 75 рублей. Хлеб половинку черненького. Еще бабушкин взяла. Яйца взяла 120 рублей. 1 С. И Надюхе продавщица домашнее или что взяла. Да. И мне не жирно, а вам не знаю. Жилетовские идите быстрее. Леха там навез всякие. Того самого всего навез. Во, разбирает, там машина целая пришла. Ладно, давайте кофе буду пить.